Давайте ограбим банк. Что теперь делать? Им не уйти. Когда-то давным-давно я был совсем маленьким мальчиком. Я работал на почте. Я же не прошу вас в течение 6 месяцев отрубить голову этому чертову йети. Уберите это. Тогда это девушка моей мечты. Мармелад, ты хочешь показать мне, что я права или как? О, там пожар. С этого момента мы стали неразлучны. Огонь разгорается вовсю. Моя мама заплатила и за ночь повысила цену на свои лекарства. Я видела, как вы, когда система выходит из строя, создаете свой собственный танец. $500 000. Продолжайте в том же духе. Мы должны отнестись к этому серьезно. Вау, вау, вау. О боже, вот это да. Дорогой милосердный Господь, мы напуганы. Пришло время нам начать восстанавливать силы. Ложитесь на землю. Детка, я просто играла. Я не преступник. Я гонялся за ней уже 2 года. Как вы смотрите на мамины пилинги? Она такая же моя мама, как и сейчас. Остановитесь. Я не могу сказать, честны ли вы со мной. Мы с вами вдвоем противостоим целому огромному миру.